что хочешь? Тебе. Ты меня, Розочка. Че, как, все хорошо? Нет, у меня все плохо. Ну, иди к Ранашвили. Не пойду. Хочу только к тебе приходить. Да, что поменялось-то? Все поменялось. Ничего не менялось. Изначально шло в тебе. И все то, что было остальное, это все просто помутнение и попытка заглушить свои чувства. Какие чувства? Мои чувства к тебе. У меня чувства к другому мужчине. Ну и пусть. Я все равно к тебе. Лучше не трогай меня, иначе я посодействую, чтобы ты завтра покинул проект. Я до тебя даже не дотронулся. Ну, я тебе... Не дотрагиваюсь. Нет. Я просто тебе говорю, что я пришел к тебе. Я тоже тебе говорю. Я пришел к тебе, и то, что я начал интересоваться Анастасией Равенашвили и еще кем-либо, это все попытка заглушить свои эмоции. Тогда я еще раз повторюсь, тогда я максимально приложу завтра усилия, чтобы ты пошел домой. Либо, если ты хочешь здесь остаться, так